бой с Ютуба нафиг. Катку слили просто или что? Бежал, оружие ближе к без себе, оружия, но также ответить лицо. Зона съела. Если вам прилетает, ему. Есть пожелание куда? Хотя алку спасу. Теперь ты первая зона. Давайте на северный. Можно. Ну вот, максимум 38-й пас тут уровень. Хоть 70-го нету. А чё знаешь точно? Да ну это типы там и прокачивают, там кто-то донатит, но есть прокачанные, тогда получается это, ну, очень такие серьезные ребята. Я... И 70-го уровня больше всего китайцев. Что там на школе? Два прицела и все будет. На северном хоть там автоматов возьмем, патронов сразу. До хера народу летит еще. Есть кто с нами? Не видно никого? Пока нет. Отцепляйтесь тогда. Третий рюкзак у меня здесь наверху. Слышно меня? На втором этаже. Ой. Это я. Коряк найдет кто-нибудь, не нужен, скажите, я заберу. Ага. И пуля бежит. Бот? Да. И у него третий шлем. У-у-у. Стреляй по ногам. Угу. Машину сразу посмотрите. Мы не в зоне, очень далеко зона, надо будет ехать, как только время кончится, наверное. Очень далеко, пацаны, нам не везет.
Калаш кто-нибудь найдет, если али автомат какой-то лишний, скажете. Миник могу сбросить тогда. Да, как же так нам с зоной не повезло. Машины никто не видит? Пока нет. Что их полно тут было. Мотоцикл на СВ есть, далековато. О, вижу машину. Сейчас пригоню. Автоматов никто не видит, да? Да не, я еще полутаю. Ну что, едем? Да желательно, надо ехать. Бензин возьмите, кто если увидит. Ехать очень далеко. Да если не топить, туда едем. Блять, у меня первый шлем, первый жилет. Галимые, блин, миники и юмпик вообще жесть. На мотоцикле подъедьте к нам, мы тут около домов будем, понад дорогой рядом, на эске. Так. Лево, право. Бери справа, я слева, как сидим. Здесь калаш есть. О, возьму калаш. На втором этаже. Отлично. Я еще патронов тут кинул к нему. Отлично. Юмпик не нужен с патронами? Юмпик не нужен, да? Я тут, я мне просто позвонили, я там разговаривал. Поехал. Да, бегу. Едешь с нами? Нам на другой берег надо. Решил на другой, надо поехать. Не пятерки.
могу менять на семерки. Пятерки на семерки? Да. Давай. Сто штук обменяешь? Сто штук обменяю. Челик, челик, тормози. Так, теперь меньше, 50 штук. Народ. А. Зона, зона. Зона, так, так, нормально. У меня навесов мало вообще. На... Ты куда? Быстро. Вон мост, из моста. Левее, 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 левее. Лево, лево. А, да-да-да. Все правильно. Меня, короче, за руль больше не садим. А чё так? Да, ну, ну его нахер, деревьев нет. Чё-то я там, ты же на минималках. А трава видна у тебя? О, надо тоже убрать. Нету. Тут будем убрать. Ты не уберешь, это читы. Это читы. Да, давай это. Читер, что ли? Да они айфоновские такие, не то что на андроиде. На андроиде китайцы с нами чудеса творят. Давай обмен. Могу даже просто так пятерки. Так. А, пятерки. А, мне место нет. Тебе надо. Сюда, давай. Пятерки. На, тебе 100 штук. Семерок. Так, тебе надо. Тебе надо 100 штук, да? А, тебе еще 20. Так. А все, теперь я. 108 тебе. Хороший обмен. Я в минусе интернет. Предлагаю приехать куда-нибудь на зеленую метку. Там съесть на лодку. Открыть на ту штуку. Хочешь, давай я за руль там. Да-да-да, мост уже держит, все правильно говоришь. Я за руль. Можно даже посередине. Ну да, сам по себе, да? Будет поспокойнее. А мне семерок нет больше, зря. Не-не-не, давай ты. Да нет, давай, давай к нам, третий к нам. Знаешь, что предлагайте серии снимать, чем стримы. Все, больше нигде не лутаемся, едем на место. Так лучше бы серии снимать, чем стримы. Да-да-да. Черт. Что это, блядь, зажал? Что-что? А то... Потому что, смотри... Удалить... Ну, смотри, вот ты поиграл, плохо случилось, удалил это видео. Так неудобно. Просто так видео да, там на паузу поставил. Снимать, то потом вырезать. Не, просто есть такие. У нас бензинов не так уж много, так что давай. Да, лучше так. Да, я поплю. Быстрее как бы. Не останавливаемся. Нас уже просто ждут там нас на том берегу. Да я думаю, доедем. Если что, добежим. О, а вот ты горящий.
Я, кстати, графику Вон поставил вон еще немного одна. сейчас, а А, поставил на да. 480 разрешение. Только частоту кадров среднюю поставил. Всплывает что-то немножечко. Блин, там уже война. Война, война. Давай, задний ход. Топи машину. Скрываем следы. Вы будете дроп лутать? Он в воде лежит, не горит. Давай вот с этого края метку поставлю, потому что... Ну если что, вот я еду на него. Будет встречать 100%. Давай, лутан. Не-не-не-не-не, время нет. Да тут, блядь, архипова... Да нас сейчас снимут, и лодка взрывается за 3 секунды. Или там море. Уже таких умных. Его там чекают. Я бы такой бы, чтобы мы... Аук. В принципе, я возьму. Чтобы это не ошибка была. Все выплывает. А, да, да. Давайте, точно. Может, подождем, лутайте. Пока зона полиции рухнется. Дроп подвинул. Прямо. Прикольно, если на воде. Да лучше б на берег высадились, мы же без машины. Справа, а зона в любом случае будет на том слева. Берегу. Что это такое? Где? Не-не-не, в воде. Тутер. Тутер. Ай-яй-яй. Я еще сейчас, наверное, этот и следующий бой пойду покушаю потом. Блин, я бы еще полутался. Да. На угол, навеса ура. Нету вообще. Ай-яй-яй. Еще одну дать. У меня 6 дымов, офигеть. Так, давайте. По краю входить в зону. Сюда на 165 на S. Яблоки. Одна аптечка у меня. О, давай аптечка мне. А то я помру. Сейчас зона сузится, посмотрим. Не, нет у меня. Спасибо. А, на сосновке присажай. Да, здорово. Зона уже была, кстати. Четвертый чуть-чуть это притормози. Бежим. Я предлагаю вот тут от края сейчас посидеть на камнях. У меня тут 2-4 и все. Да, ну пока оборону на камнях он занял. 500 метров бежать. Машина. Лазаться будем? УАЗ тут стоит. Не-не-не, УАЗ стоит. Блин, ушла в зону опять, да. Блин, в самое пекло ушла зона. Я возьму ее. Ястерный театр, побежали. Офигеть. Машина? А, стоит. Ага. Ну, можем подъехать поближе. Куда-нибудь слева. Давайте я вот за руль. Давай, иди. Ты у нас рулевой. Толкаем его вот это. А. 762 у меня нет. У Женки на прессе. Прицел. Ой,
Все, поехали. Я при нем забрал, знаете, семерок. 60 штук. Чтоб тебе потом отдать. Откуда он завис? Давай-ка мы плутанем вот эти дома, пока все равно дальше. Я вот. Я меточку поставил, да. А, что надо? 7.62? Давай я сброшу, тормози. Я в окно не. Так. Хорошая мечта. У меня две аптечки. Навесы нашел. Да давай, все равно мы на машине. Топовая МК надо кому? Пусть они там ебашат. Да. Вот. Надо. За МК. Найти еще одну аптечку. Все, поехали. Я там аптечку, смотри. А как ты сквозь дверь прошел? Ты мне сквозь дверь прошел. Первый. Давайте, 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 давайте. Третий, не тупи. Она жрет, нам больно жрет. Нифига, 30 человек. Да. Ну я открыл ее. Мне так показалось. Один. Тоже один, да? Все, зона пошла. Все, не улыбаемся. Заходим. Нам в следующую зону надо. Когда в зону. Она на горе. Где-то да, на зеленой метке. По краю зоны надо уходить. Это самолеты Петр, прикольные я здесь валяются. Приезжать сразу, да, нормально. Такое. Застрял мотоцикл в заборе. Уви. Да, у нас по килам не очень. Мотоцикл вообще опасный, они сквозь стены могут ездить. Такая же фигня. И война. Не лутаемся. Поехали на гору куда-нибудь залезем. Вот, уже сквад положили. О, да, надо оббежать надо. На правую, левая тут. Из зоны. А, вон да, тут туда. По дороге оббежать. Там уже занято 100%. Это не бот, приехал, наверное. На нервной почве, блин, садил его. Где ты его видел? Вот здесь сейчас забирайся на гору направо. Челик, да, стоит на месте, да? Да, да, да. И потихонечку продвигаемся к зоне. Смотрю. Там нет. Нет, 4. Вон, на следующую прыгаем и тачку скидываем. СВ на СВ беру. Вот и 4х свалялся. Я вот бы туда, где, Иван. Дом, где домик. Вот. На. А, тут челик. Тормози, 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 тормози. Это не. А, это мотоцикл. Фу ты, ёпсель. Тут дроп упал у нас. Так, война идет на 345. Грен нету, только дымовый хер. Вижу, 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 пацаны. Кому? Я никого не вижу. Положил одного. Сквад, 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 пацаны. Да воюйте, ё, какой. За деревьями 330. Не идите на них, не идите.
стало. Я просто никого не вижу. Сейчас их зона будет жрать, они побегут, потому что наша, пока. Война еще идет на 75. За камушками ведь, понял. Вот, вот сейчас зона этот там. Склад давайте дорожка. Чекать. Там это, Иван это, как-то, синий, короче, третий, тут X8, ой, X4 ну, забери. Одного. Я возьму для себя. Так уж, хоть возьму. В дропе. За деревьями. 330. Бегут втроем, поднимают. Я взял. Перейди домики, я думаю в домике. Двоих убил. На, держи. Один остался. Вот, вот он валяется. Да. Вот. Положил. Третий. На. Ну прицел нету. Понял. За банки, зону, за зону, входим в зону. Оборону я занимайте понял. В зоне. Держитесь вместе, пацаны. Держимся вместе, тут на 75 это челики, война была. Да, по-любому. Рыбок в доме. Вижу, да, выбежал. Забежал за домом. В окне вижу. Бля, пацаны, вы там давайте воевать уже, пацаны. Воевать пока давайте. Видим. Ну какой. Два раза. Лут сейчас может быть. Давайте. Домиком, за синим бежите, домиком. Да блять, давайте воевать, ебаный насос. За синим домиком, челики. За синим домиком, короче, челик. Ближний синий домик одноэтажный. Вниз за дорогой. За дорогой, не ближний, вернее. За дорогой. Так, на горе. Побежали. Ага, машина поперла на СЕ. Баги. К нам здесь пошли. Убил ты его. Сейчас нас будут обходить. А мне с дома работают, которые там на Илье. К нему и нему надо. А Ивана положили. Нашего положили. Бежит, сука. Так, дал ему на СЕ бежит. Внизу, вниз горы побежал. Да ем. Вон ты побежал на СЕ. Бежит на 150 склад. По горе. Сделал. Понял. Блядь, да не закрывайте мне обзор, ебаный лосос. Аптечку, ё-моё. На бинты бинтуйся. Положил. Еще где дым? Да. Прикройте меня. На 165 еще за деревом, где дым еще. А, нам надо бежать уже. Внизу склона склад. Внизу склона склад. 150 там еще один. Бегут. Вы того убили? Положил. Да зачем? В зону. Ай, меня положили. Кто не спасайте. Может. Ну как? Давай. Да. За деревом. Все.
Так. Кого убил за игру? Да, давай. А. Иван, нет, готов. Двое внизу. Ой, извините, Иван, раздавай. Раздавай. Рашим дома, рашим дома. Шестерых. Ну, тут чисто на фарт зона не сошлась на нашей стороне. Давайте еще боечек, да пойду кушать я. Зона бы, если бы на нас сыграла бы, было бы, конечно, бы повеселее. Прям на дома пошла собака, зона эта. Давай следуем. Придумай что-нибудь интересненькое. Пойду перекурю. Хорошая идея. Здравствуйте. Ну что? Да у меня тут тает. В интернете. О, RP-17, нормально. Челиков немного опытных.
got supplies. Ну, аса я парашюта забрал все-таки, видели? Это все что, блин, на крышу меня зачем? Грёбаный Томпсон. А к нами кто-нибудь летел, кстати, кто-нибудь смотрел вот этот курю? Никто никого не видел, пацаны. Меня слышно вообще? Я не понял, у меня звук пропал? Или у всех пропал? Лежать. Да я еще по дороге иду машину искать. То есть, ну, доезжаю, наверное, сегодня все. Давай, забираются. Вышел.
Слышно меня, да? Что произошло вообще? Третий рюкзак нужен тебе? Да, я думаю, это есть. Слышь, а что произошло вообще? Чего не повыходили, блин? Никто ничего не сказал, да? Ну нам его достаточно с тобой. Да вроде нет, ты хватает. Слышишь, ты это самое, играть будешь через минут 15-20? Пойду кушать. На сегодня все, зона пошла. Заберешь меня? Ты, ты не нашел ничего. Ты не нашел мусор? Зона нашел. Да ты что? Бегу в зону. Да нет, там можно, можно будет. Давай по баночке, может, да? Дадим или потом. Вот за этой горой можно будет. У нас полный бак. Там вроде поля. Тебе что-нибудь надо? Феликс. Вон баги есть. А зона все уходит и уходит. Нету. Граната есть. А, так, а там скала, там мы не вылезем. Давай тут, наверное, выбирать. Ох ты, ох ты. Или ты надо. Ага. Давай, может, полечимся. А он плавал. А то выйдем и нас разберут. Бля, аптечку долбануть. Давай, побежали. Поехали. Да, за горой точно можно будет. Я просто помню, что... Да-да-да, там есть берег. Здесь не вылезем. Тут мы уже пытались как-то с пацанами. Ну, вот отлично. И сейчас зона. Минута еще есть у нас. Челик, да. Он еще и полный.
тоже на лодке приехал, да? А в воде не пройдет, сковородкой надо. Шесть. Да не, есть сковородка, умер. Блять, 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 на 75. Мочи, мочи. А, он на коленях, да? Кентяра его. Да я понял, я хочу подождать, как там зона. То есть сейчас подойти, подлечимся. Как мы его не заметили. Выберу двоих. Подобрал. Машина, да. Тут нет просто. Переболика было. Доме. Давай УАЗик возьмем. Угу. Лучше по дороге на мост, лучше по дороге на мост налево. Есть у тебя? Угу. Баночки нужны тебе? Не надо, да? Нет. У меня тут машина в гараже. Вон горят уже сколько. Машина. Один. Угу. Одинокий волк. Вон автомат, глушитель. Шикарно. Третий броник поломанный, я думаю, брать, не брать. Машина на дабл ее. Пала. За камнем спрятался. Убит.
Да. Правильную позицию он занял. Но все занял. 22 чела. Без нас 20. Тут есть гора, давай на гору. Две машины горят. Поставил. Велик на 105 бегит. Ага, и дроп примерно там. Или 5. Посидим здесь. Метров 300-400 за камнем. И за деревом. Давай-ка посидим. Машина, видишь? Одна взорванная. Нет. Машина там катается, да, с той стороны. Едет. Да, я думаю, что... Бегу. Постою пока здесь. А где челики? С этой стороны. Сломать. Отбегает. Один был. Они вроде пустые. Пустые. Лучше обижай правее, может тут ложат всех с домов. Ну или левее, или правее, я не знаю. Ты хочешь почекать или чё? Чё делаем? 105. Далеко, близко? Да, двое бегут. Ага. За деревом. У тебя читы что ли стоят? Сейчас побежит. Это другие стоят. Тридцать. Машина. Машина. Поехали. Или побежим? Ну да. Давай, может, по горе побежим, по правой стороне. По краю зоны. Ай, козлы. Не хочешь по горе спускаться мне?
Вот эти дома просто опасные. Вижу, кажется. А нет, пока не вижу. За дорогой побежал, блин.